Окей, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Quest Hunter, либо Охотники за приключениями, или за квестами. Скорее всего, их считать за приключениями, либо приключенческие охоты. Я, короче говоря, пытаюсь включить секундомер. А, вот, все. Можем начинать. Короче, новая игра. Сложность. Слабые враги. Ну давайте сокровищ настроим челика. О, вот как есть. Нифига, тут им костюмчики какие. Но я думаю, лучше вот этот. Да ладно, даже такой есть. Какие тут еще есть причастки? Хе, будем вороном? Да не, не хочу. Хотя давайте, вороном. А ну костюм есть какой-то? Ну блин, если была бы белая маска, да мне волосы, конечно, вообще не нравятся. Ладно, поехали. Поглядывайте на иконки лопаты, она подскажет, когда надо копать. Два зомби с геймс. Представляет. Монатин его лицо, конечно. Мы сделали себе персонажа чисто волка. Не волка, а ворона. То, что мигает на экране. Странно. Окей. Нажать. Глава первая. Крушение. Загрузка приключений. Окей, давайте с чего мы вообще начнем с вами. Это игра с крафтом. Вид сверху. Тысячи чертей! Куда делалось солнце? Отправиться на поиски виновных. Лежать еще немного. Ну, давайте... Даже не знаю. Полежать еще немного. Звезд не видно, земля холодная, штаны мокрые. Это становится опасно для здоровья. Пора действовать. Монатия внешне выгляжу. Ага, я могу ходить чисто мышкой. Можно вообще без мышки. Ну, в принципе, с одной стороны... Ага. Так, это мы сейчас собираем типа ресурсы. Он автоматически еще, ребят, бьет. Однако я могу быстро нажимать, он быстрее ломает. Ага. Мне вот интересно, могу я мышку сейчас немножечко... игра вообще... Я в микрофоне слышу всю игру.
Знаете, я... Я... А, я понял. Шипение, шипение, минусушки. А, да. Ненавижу, ненавижу настраивать микрофон. Я ненавижу! Потому что нужно проверять, чтобы не было никаких помех. Потому что оно... Пш, 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 пш. Надо... Ну, в принципе, музыка не такая громкая, поэтому, я думаю, все сбалансировано. Кроме моего голоса. Потому что, блядь, у меня микрофон вздыхает уже, все. О, там какой-то чудик... С шлемиком на носу. Ну, это просто... А, я могу копать. Ага, это у нас место крушения, это карта. Наш инвентарь. Уровень героя есть. Наверное, прокачка есть. Это что? Это счета 3, а так опять, я как понимаю. Это положить в инвентарь и выбросить. Я забыл это. Да. Я сам себя слышал, наверное, было эхо. Персонажи есть, журналы, задания, найдено секретов, нихера себе. Герой. Ага, вот есть умение. Но с этим мы немножко попозже разберемся. Мне нужны настройки, подождите. Музыка слишком громкая, если так сказать. И этот еще в управлении нужно зайти по-быстрому. Графика нормальная. Автоатаку надо. Хотя пускай будет. А, тут нету, да? Есть управление, вот. Действие, блок, shift. Окей, нормально. О, видите, теперь он вместо того, чтобы идти, он атакует, это хорошо. Окей. Я понимаю, что лучше собирать бонусы и все в таком духе, что тут вообще есть. Следует добывать ресурсы. Не зря тут просто крафт в игре есть. Из ящиков можно увидеть хорошие вещи, которые выпадают нам. Нужен серебряный ключ. Там какой-то механизм. А ну-ка, если я включу ускоритель мышки? Не, оно не работает.